Надо все обработать, до чего могут коснуться люди. Дезинфицирующим раствором в подъезде 6-го дома по улице Мяги тщательно обрабатывают почтовые ящики, перила и лифты, чтобы путь до квартир для жильцов был безопасным. Обрабатывают у нас, да, обрабатывают подъезд и эти вот, как и перила вот эти. Надо, раз во всем этом идет борьба, значит надо. В ведении управляющей компании больше 80 домов. Обработку подъездов проводят ежедневно. За каждым домом закреплена уборщица. У уборщицы может быть 3-4 дома, и она ежедневно их обрабатывает под акты, подписывают жильцы эти акты. Насколько добросовестно управляющие компании соблюдают предписания Роспотребнадзора, проверяют специалисты районной администрации. Мы незамедлительно также выходим на место, составляем материалы дела, если факт данный подтверждается, и направляем в управление гражданской защиты администрации города. Особое внимание уделяют и дворам. Специалисты также обрабатывают лавочки, детское игровое оборудование и спортивные площадки. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.